Вулкан эмоций и переживаний подарил болельщикам матч между командами «Самара» и «Спартак Приморье» из Владивостока. Победа самарцев позволила поменяться соперникам местами на вершине турнирной таблицы чемпионата страны. «Самара» теперь лидер Суперлиги. А начинался триумф спринтерским стартом в первой четверти. Разница в счете была 15 очков, но затем спартаковцы вернулись в игру, и первая сирена зафиксировала на табло счет 22-14 в пользу «Самары». Настроились очень хорошо. Поэтому вначале прям давили, жали, все получалось, все были заряжены. Видимо, потом немножко подрасслабились, а Владивосток как раз почувствовал то, что может нас победить, и у него уверенность появилась. Во второй четверти дела в атаке у самарцев пошли не столь весело. Приморцы, наоборот, продолжили погоню за соперником. Удерживать самарцам лидерство помогали трехочковые броски. Но и они в какой-то момент не оправдали надежд болельщиков. «Спартак» вырвался вперед 35-36. И все же на перерыв «Самара» ушла лидером 42-39. Хорошая игра, накал, достоин игры плей-оффа. Моим парням я только благодарен за такую самоотдачу. Всемером мы бились против команды, которая претендует на самые высокие места во всех турнирах, в которых она участвует. Непримиримая борьба двух лидеров чемпионата страны по баскетболу продолжилась и во второй половине матча. Вперед вырывалась то «Самара», то «Спартак» из Владивостока. Кто выиграет эту принципиальную встречу, было неясно до последних секунд. При счете 77-76 в пользу самарцев Владимир Пичкуров встает на линию штрафных бросков и дважды попадает в корзину. 79-76 – эмоциональная победа «Самары». Молодцы, тяжелая игра. С этим соперником так и должно быть. Легких побед над ними не бывает. Они лидеры чемпионата. Да, мы сейчас выиграли в данный момент. Мы лидеры чемпионата. Ну, равные по классу. Ну, чуть-чуть другим стилем они играют, поэтому мы должны были приспособиться. Следующий матч «Самара» проведет на родном паркете 12 марта. В четверг пройдет второй решающий матч финала Кубка России. Соперник – темп Суимзе УГМК из города Ревда Свердловской области. Сергей Кизоркин, Василий Колдашов. События.